Так, что нам нужно? Значит, я действую по обстановке. Я смотрю, что мне понравится, то и беру. Все. Я буду по памяти действовать и куплю, как вот, что хочу. Я знаю, что я хочу сделать, поэтому я куплю то, что мне нужно. Я примерно помню список, поэтому куплю то, что... А, маску я забыл. Маску дай мне, маску. Спасибо. Оле, 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 оле. Интересно, я могу показывать видос не с передней камеры, а с задней камеры? Ну, по идее, да. Вон, у тебя сверху, у меня сверху значок перевернуть на камеру. О, точно, точно, спасибо, вижу. На-на-на-на. В общем, мне нужно... Блин, скользкий пол. Мне нужен конструктив. Значит, одну дощечку двухметровую возьму, как нижнюю рамку, и пару каких-нибудь направляющих. Так, саморезы я найду дома. Саморезы найду дома. Так как я знаю, где я нахожусь, я иду сразу в то место, где есть пиломатериал. Пиломатериал, пиломатериал есть где-то в конце. И направо. А, саморез сразу возьму по дороге. Саморез по дороге. Лампочка у меня есть. Пластиковая бутылка есть. Фольгу я купил. Саморезов. Ты не помнишь, какие ты закладывал саморезы внутрь этого, как он называется, проект? Чек не забудь. А, чек, да, чек, хорошо. Обычно на пакетиках подписывают маркировочку. Я возьму 75-ку. 10 штучек, так. 75-ка. И возьму 51 еще пакетик. Два пакетика здесь. Будет что-то у меня складываться, непонятно. Давай-ка возьму болтов еще. Болтов, болтов, болтов. Дарья зашла, посмотрела, что происходит, и вышла. Ура! Я возьму комплект и, скорее всего, десятку. Не, вот, 8 на 10 минут, отлично. Так, у меня, значит, есть на соединение, на что-то вращающееся, и теперь запил материал. А у нас влезет с тобой в машину палка на 2 метра? Влезет. Или мне нужно пилить здесь? Я могу напилить здесь, с ручной пилой, на выходе. Ведь влезет. Но у них очень плохие пилы. Очень плохие пилы. Метра влезает. Хорошо, хорошо. Еще ничего не началось, я уже почти все купил. Они по материалам ходят. Они закупают материал. У меня нет материала, поэтому я закупаю материал на то, что я придумал. Я до 11... Тебе надо будет включить свой звук, потом автоматически. Хорошо, давай. А зачем я тут на конференции делаю? Федя, включай звук. Я выберу по суше и поровнее. Поровнее я буду вот так выбирать. Я вот так положу вот так вот. И посмотрю вот так продольно. Ровная она или не ровная. Федь, говори, пожалуйста, как батарейка, я переживаю. У Федора заканчивается батарейка. 17% у меня. 17%. Мне теоретически нравится. Ты такую одну клал, правильно? Так, вот это, вот это. Я возьму. По-моему, у тебя была вот такая одна. С сучком. Смотри, какая красивая, с сучком. Вот такую возьму. Даже если она кривая, все равно возьму. Так, вот у меня две доски и третью возьму какую-нибудь. Третью возьму соточку. Соточку возьму. Тоже посмотрю, насколько ровная. Сойдет, мне нравится.
А, можно я еще речку одну возьму? Конечно, у нас там заложена речка была. Речку, речку. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тоже вот с обзолом, с горбылем. Фиговые, конечно, какие-то они кривые, все как не знаю что. Сучок. Мне нравится сучок. Горбыль. Горбуль. Что это? Вот это ровное. Горбыль — это то, что на торце у доски остается после распиловки. Ну, в общем, такие типа, которые обычно сжигают, либо на стружку пускают. Mm. Очень кривая, мне не нравится. А ровная, трехметровая. Трехметровая не влезет. Сломать пополам ее? Не нравится мне. А, давай я возьму. Тоже кривая, что ли? Вот у вас, я видел на картинках, очень ровные доски все. Вот такую возьму, одну более-менее. Так, теперь проверим, что-то этикетки есть? Есть. В принципе, на конструктив у меня все есть. Ой, неудобно как мне таскать. Все, я вроде взял. Главное, не забудьте выгрузить саморез из кармана. Напомните мне, пожалуйста. Сделать какой-нибудь мейкерский шлем с держанием под видеокамеру. Прямо сейчас здесь и потом его купить на кассе? У нас началась, кстати, встреча. Вопросы есть там какие-нибудь? Встреча, сейчас посмотрим. Нет, вопросов нет пока. Окей, окей, хорошо. Люди какие-то ходят. Чего они здесь забыли? На работу. Ой, я устал, да, отдохнул. У меня 15%. Я успею, горяжен, до тебя дойти. Кто в маске? Я в маске. Должен быть я в маске. В маске я. Я в без магазине, маски. В магазине я в маске. Касса. Сейчас мне, наверное, скажут выключить телефон. Опять одна, две кассы, вот пойду ругаться с ними. Любимое мое занятие в лобби — это пойти поругаться с теми, кто это как он называется, администрирует здесь работу. Жалобная книга, вот это взять, написать что-нибудь. Коробка, 55 рублей. Мне не нужна коробка. Я знаю, что я буду делать, мне поэтому ничего не надо. Друзья, задавайте вопрос, если у вас они есть по процессу. Пока Федор закупает для нас материалы. Надо. Да, я камеру переключу, потому что вот так сделаю. Может, мне ножик взять? У меня ножика нет. Да, я ножик возьму себе еще. А, мне потом же нужно деньги возмещать. А, пусть заложен будет. Вот я ножик возьму. Федя, чего? Маска закрывает нос. Я не могу. У меня болезнь недостаточности, вот это вот, про недостаточность воздуха. И если я заткну себе нос, я могу задохнуться и умереть. Стас, мы сейчас закупаем материалы для того, чтобы мы с Федором могли что-то помастерить, потому что нам не забыл саморезы. Не привозили никаких коробок, вот, и мы все сами закупаем себе. Чем можно скрепить мусорку? Ну, смотря какую ты ее делаешь. Вопрос очень абстрактный, пожалуйста, конкретизируй, что ты имеешь в виду. Собачка на заднем плане? Где? Федь. У меня нет собачки. Собака? Федя. Mm-hmm. У нас собака была в машине, когда мы ехали? Не наша, по-моему. Не наша? Угу. Ох.
Денис, напиши, пожалуйста, вопрос более конкретно. У меня есть карточка. Я уложился в 700 рублей. И с деревяшек, и бутылки. Федь, ты понимаешь вопрос, чем можно скрепить мусорку из деревяшек и бутылки? Как деревяшки между собой скрепить? Или как прикрепить деревяшки к бутылке? Наверное, не очень понимаю. Нужно какое-то пояснение мне, как хотят, что хотят сделать. То есть есть пластиковая бутылка, есть картон, и хотят как сказать, клеевой пистолет, я вот понимаю. Картон, говорят про дерево и бутылка. Дерево, бутылка. Пластиковая бутылка прямо насквозь саморезом можно притянуться и отлично будет держаться. Либо чем-то клеить, либо сделать дырочки в пластиковой бутылке и какой-нибудь веревочкой стянуть. Были хомуты, не знаю, сегодня они приезжали или нет. Потом. Так, тогда хомуты отпадают. Скотч. Скотч как вариант, да, армированный вообще идеально поможет. Клей-пистолет, наверное, не очень хорошо будет держать. Очень много придется клея израсходовать, и будет не... Ну, я же, на самом деле, за саморез, и можно дырочку, можно прямо насквозь саморезом... Да, но если ты крепишь к деревяшке, то когда саморез загоняешь, нужно что-то под шляпку подкладывать, чтобы площадь желательно больше была. Потому что саморез легко разрывает бутылку и проходит насквозь. Мы делали из... бутылок все время разные соединения, в том числе даже петли можно из нее делать, когда ты берешь, вырезаешь там полоски из пластика, складываешь их пополам и перекручиваешь к одной и к другой деревяшке. Получается, на пластике у тебя это место будет играть. Из нее также цвет можно хранить бутылки, да? И все что угодно. Да, как деревяшки скрепить? Деревяшки можно скрепить между собой, самое простое, это гвоздем или саморезом. Если они находят одна друг на другу. Ну да, одну другую находят. Если, значит, не заходят одна на другую, то нужно что-то между ними класть. Может быть, та же еще одна деревяшка или тот же самый пластик, бутылку можно сложить тоже. Да, хороший вопрос, потому что у нас палки все метровые. Ну, должны были быть запилены в комплекте. Поэтому... Можно срастить их при помощи, вот кладете одну доску, сейчас покажу, вторую доску, и вам нужно ее удлинить. Вот в это место вы должны что-то нашить. Кладете кусок третий, вот здесь стягиваетесь и вот здесь стягиваетесь. И у вас получается длинная доска, состоящая вот из двух элементов. Длина ее будет как сумма двух деталей. Поэтому вот если вы собираетесь крепить и удлинять, ну лучше с двух сторон вот такую штуку сделать. То есть она будет являться неким соединительным элементом. Вот так вот, опа, здесь раз, зажали. Это чем-то похоже на лего, когда вы кубик с кубиком внахлёст соединяете. И вот так вы удлинили доску. Вот здесь это саморезами. И вот здесь саморезами. И у вас получается длина вот такой доски. Я из двухметровых досок сделал одну доску, балку точнее, четырехметровую. Прикольно. Еще вопросы есть? Нет, вопросов больше нет. Пока все смотрят шоу. Шоу. К вопросу про бутерброд, который я выбрал утром, я сделал кесадиллю. Я очень хотел рамен, но как бы он не бутерброд. Изначальное задание было бутербродом, поэтому как бы мне пришлось сделать кесадиллю, которая мне очень, в принципе, зашла. Тебе зашла кесадилья? Очень вкусная. Хорошо. Так, что еще? Я могу на фейс включить. Лысый какой, я смотрю, видал, какой я лысый. Ты очень аккуратно причесан, мне нравится. У меня 10% осталось, так что
Будем с твоего телефона брать кость. Я все сложил, мы сложим в машину после того, как проведем встречу. Если есть вопросы, то давайте. Подожди, давай открою. Посиди сюда, блин. А, в машине посидим, хорошо, давай посидим. Аккуратно, стекла. Стекла тут еще? Стекла. Хорошо, я с краешку. А ты снимаешь вот так вот? Разом снимаю. Тебя же надо было снимать. Хорошо, ладно. У нас очень холодно. Ну, не, для лета очень холодно. Если нет вопросов... Конечно, можно выходить. Можно было не приходить, если у вас нет вопросов. Это встреча для как бы тех, кто реально что-то хочет задать... Да, если вам что-то непонятно, узнать, что-то... вы можете просто сделать чекпоинт, понять, проблемы. Куда вы идете или нет, и... Например, утром кто-то спрашивал про что-то, что хотят сделать, и, может быть, это не уложится в наш девайс. Да, но что-то никто не спрашивает, можно ли сделать это лето. Видимо, все уже поняли, какие объекты делают, и уже давно их делают. Кто-то, да, кто-то ходил, находился на участке и говорил, что сделает для участка, и можно ли это потом на город. Ну да, кто-то за городом же. Ну, за городом, да, но нас... Я не помню, что спрашивали про это. Ну, ладно, значит, у меня глюк какой-то был. Ай-на-ны-на-ны-на-ны. Подробно. Че? Собачка на заднем плане. О, вижу даже. Денис Александрович. А Витя здесь? Нет. Ура, очень мало людей, это хорошо, скорее всего, все знают, что делать. Вопросы. Городские девайсы. Вот я смотрю по сторонам и вижу, какие я вижу городские девайсы здесь. Вот ты видишь какие-нибудь горящие городские девайсы здесь? Флаги, городские девайсы? Украшения. Флагшток, наверное, городской девайс. А сами флаги по себе — это украшения. Так. Фонарный столб вот я вижу. Флагшток. Рекламный столб для рекламного баннера. А вот, смотрите, сетка. Сетка для информационных листов. Да девайс. Вот, скажем... Да, девайс. Навес для тележек. Да, согласен, девайс. Мусорки есть какие-нибудь поблизости? Вон большая мусорка. Биотуалет вон синий стоит, вот там вот. Вон там вдалеке видно мусорка. Вот там следующей... биотуалет, это городской девайс стопудово. Вот, городской девайс. Где? Мусорка? Ну, она рыжая. Это оранжевая? Да, понимаю. Что так. Еще из городских девайсов? Камера видеонаблюдения, городской девайс? Нет. Хорошо, это система безопасности, наверное, в городе. Вон я вижу фонарный столбик с супердизайном. Вот такая труба, вон та вот, типа, и на ней какая-то штука сверху, вот эта вот. Оп-оп. В принципе, если она загорится светом, ну, вечером, будет неплохо. Вот это мне не нравится, грязюк всякая вот эта вот. Ну, еще одна такая же. Я бы, конечно, наверное, как-то по-другому это делал. Столбики, разграничивающие дорожное пространство, то есть, чтобы никто не врезался никуда. Вот такие. Городской девайс? А, Игорь Иванович? Еще вот раз покажи. Вот это городской девайс? Да. Да, хорошо. То есть бетонный, чтобы как бы машина, если у него врезаться, наверное, чтобы машина повредилась, а тебе было обидно, чтобы ты не нарушал разметку. Там вот как люди вот стоят вот так, нарушают разметку. А если в столбик стоял бы, он не смог бы так запарковаться. Стас, что значит твой вопрос? Инструмент остается. Где остается? Дома остается? В ящике для инструментов, который ты построил, остается? Или где еще он остается? Фит, смотри, ты прям с двух сторон сразу. Это Dolby Surround. Супер. Смотри, какая машина приехала. Toyota. Микроавтобус. Микроавтобус. Очень инструмент много... остается у вас. Ну, вроде как заявляли такую концепцию. Но... Это
Речь шла, по-моему, про то, что инструмент остается, если выполнены там все задания смены и... Ну, как бы, нужно уточнять кураторов, скорее всего. Они более компетентны, наверное... Наставники, да. В вопросе того, что реально и как происходит. Мы больше вот построить, поделать, посоздавать. А напишите в чат, на сколько процентов, как вы считаете, у вас уже готов ваш девайс, который вы сегодня делаете? 76. Отличная цифра. 76. Может быть, это с чем-то связано? По-моему, это молния Маквин. Что? Номер у молнии Маквин, по-моему, 76. Не знаю, 76. Говорит, нет. Какой был у молнии Маквин? Я не могу посмотреть, у меня 7% осталось заряд. Просто 76. Хорошо. Просто 76. У меня никнейм такой, 0T. 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 Скудное место с девайсами. Мойка городская, девайс? Нет, строение. По-моему, это бизнес вообще. Бизнес-девайс. А вот контейнеры черные поставлены друг на дружку. Какой девайс? Строение тоже. Ну, мне кажется, девайсы скорее малой архитектурной формы, так называется. Хорошо, ладно, ладно. Малая архитектурная форма — очень зачетное слово. Я прям... Никто не реагирует на то, что мы спрашиваем. Да все спят, наверное, и отдыхают. Там вообще сколько человек? Там 8 человек, 6 человек минус мы. 6 человек? Да. Я могу разложить, кстати, смотри, знаешь, сейчас девайс, который я бы делал бы. Здесь, конечно, у меня читерство, я двухметровую палку могу использовать. Не пиляй. Я вот, наверное, вот из этой толстой сделаю основание, вот так вот. Вот так вот основание. Я сейчас как бы на листе, плоском листе раскладываю, что я буду делать. Это, наверное, я на верхнюю часть сделаю как-нибудь и на укосину оставлю. Да, с какими коробками что будет? Вот так вот. Там машинка какая-то. Я вот так сделаю. Вот здесь вот, наверное, с каким-то заходом здесь пополам запилю вот так вот. И вот здесь у меня будет светильник. Вот здесь один будет, вот здесь второй. И, может быть, он будет вращаться еще, чтобы он крутился вот так вот. Круто, чтобы крутился, прикольно. Что будет с коробками, которые вам привезли? Ну, с ними будет то, что вы с ними сделаете. Я вот так здесь запилю, здесь поставлю. Вот эту штуку сделаю как укосину, вот так вот, чтобы удержалось. Я это под углом наклоню. Да, вот такое будет. 2 метра низковато под углом. Наверное, удлиню еще как-нибудь вот там. Вот в этом месте. Лампа у тебя, да? Да, да, это будет лампа. Типа вот так вот, наверное, укосину сделаю. Это вот только плафон, да? Это под плафон, вот здесь будет плафон висеть вот так вот, и вот здесь я попробую закрутить на какой-нибудь болт сквозной, чтобы он вращался, и можно будет его долбануть, и он бы крутился в разные стороны светил. Так, Стас спрашивает, что будет с коробками, в которых все привезли. Нужно ли коробки потом отдавать? Пустые коробки или полные коробки? Я думаю, что коробки останутся вам так же, как инструмент, если вы будете делать все задания. Возможно, что их лучше тоже сохранить. Есть вероятность, что они пригодятся в работе на втором этапе. Потому что на втором этапе вы же тоже что-то делаете. И мы вот не знаем, что вы делаете на втором этапе. Совсем не знаем. Поэтому, как бы, может быть, вам кто-то говорил о том, что... О, мы будем делать вот это, и материалы, которые были на первом этапе, можно оставить про запас и сохранить, чтобы использовать на втором этапе. Это к наставникам, кстати, вопрос. Да. У меня через 30 секунд разрядит телефон. Все, пока всем. Я на Игоревском буду сейчас. Быстро сажается на китайском телефоне батарейка. Ну, здесь тоже быстро сажается. Вот у меня 90 было процентов, что уже 80. Не на китайском тоже быстро? Хорошо. Ну, батарейка-то китайская все равно. Все же с Китая сделано. Ну так, если нам не задают вопрос, может быть, будем грузиться тогда потихонечку? Ну, давай, я буду держать, а ты будешь грузиться.
мы решили загрузить. Точнее, я как бы не буду грузиться, я буду смотреть, как Игорь грузится. Смотреть чат буду. Пустые. Пустые, понял, пустые. Пустые не полные. Пустые не полные? Пустые не полные, говорю. Один минус, что я купил только на сегодняшний проект материал. Это, потому что в прошлый раз, когда я заезжал, я купил на 3 дня сразу, как и у вас. Наверное, на любом сосновом пиломатериале есть смола. Сосновом или елочным. Поэтому она есть, просто, наверное, ее не очень много. Ты в маске? Да, в маске. Был в магазине в маске. Нам в магазинах говорят, что нужно ходить в масках, а на улице можно ходить без масок. Поехали. Поехали. Мы поехали разгружаться. Где будешь держать, фиксировать? Не, нормально так. Посмотри, вот, зачем он так пьяный машину обмазал? Я покажу, что происходит. Может, это, заклеивай багажник? Непонятно. Загадка. Сейчас, может, там в чате скажет, что он делает. Так, Владимир Путин молодец. Путин пошел. Да. Что, себе надо тебе? Да. Погоди. Вопросы в чате ждем. Если у кого есть эскизы, можно эскизы подгружать. Классно тоже. Мне можем в прямом эфире делать бёрнаут? Нет, наверное, не надо. Вдруг потом вот эти службы, которые смотрят видео, скажут, что происходит. Потом сольют нас куда-нибудь, скажут, они хулиганят на дороге. Так. А будут выходные? Это все вопросы к вашим наставникам. Мы знаем, что мы до субботы каждый день ведем смену. В субботу последний день, когда у нас с вами мейкерский челлендж. Вот. И затем расписание мы не знаем. Вам нужно разговаривать с наставниками. Наставники, что ли? Очень много разных названий одного и того же для меня, поэтому это тяжело. Ким хочешь прочитать еще раз? ПМ, мы ответили на твой вопрос? П.М. Расшифровывайте эту аббревиатуру, как вам. Смотри, он едет, у него багажник открывается, скоро запенивал. Он же. Интересно, да, это и та же машина. Мы тоже уже устали и чувствуем, что вы тоже устали, поэтому, в принципе, мы прекрасно понимаем, что, наверное, неплохо было бы какой-то передых делать. Но не наша, как бы, зона ответственности, поэтому уточняйте тех, кто может встать здесь, потому что там следующая стрелка не загорится до того момента, пока зеленый не загорится. Может, надо было мне пилу купить? Мне уже надоело это бушковой маленькой пилой пилить. Неудобно. Поехали. В одинаковых условиях со всеми. У них нет такой пилы. А, у них есть больше. То у них высота полотна на пиле, вот поворачивает, порядка 10 сантиметров. А у меня только 4, может, 4,5. На самом деле, завтра, мы предполагаем, будет самое веселое задание. Если вы с ним справитесь, это будет очень круто, потому что реально можно будет весело. Суббота.
Мне все-таки мне больше нравится, вот когда вот завтрашнее задание с точки фана, с точки зрения фана. Вас не ожидают? Это важно. Потому что завтрашнее задание. Можно дрифт, если будет дождь устроить. Что сделать? Дрифт. Дрифт. Дрифтовать над теорией решения изобретательских задач. Заканчиваю эту трансляцию, Сукатали, если да, никаких вопросов, ничего не происходит. Друзья, увидимся с вами тогда вечером. На разборе разборов. Разборе разборов. Работа не волк, в лес не убежит. Да. Отдыхайте, если хотите отдыхать. Не хотите отдыхать, не отдыхайте. Всем пиз. Пока. Пока. Пока.